Татьяна Зинина спрашивала меня, кто я по национальности. И я ответил, что я по национальности копчегаец. Я действительно житель этого города. Копчегайцы – это небольшая народность. Вот выглядят они примерно так. Они хорошо плавают, могут под водой 3 минуты искать уронившуюся, упавшую бутылку водки. То есть на самом деле это очень выносливые люди.